Отметить юбилейную дату вместе с якутянами приехали почетные гости из Иркутской области. На празднике ямщиков также состоялась встреча почты с Иркутска до Якутска, которая прошла через такие населенные пункты, как Жигалово, Усть-Кут, Киренск, Витим, Ленск, Алекминск и Покровск. Отметим, что Иркутско-Якутский почтовый тракт являлся единственной государственной дорогой в Якутии и впоследствии дал начало Вилюйскому, Верхоянскому, Колымскому, Аянскому и Охотскому трактам, по которым пролегал большой торговый путь. В свое время этот тракт был дорогой жизни, сродни Великому Шелковому пути. Это была государева дорога от Санкт-Петербурга через Иркутск до Якутска с выходом на Тихий океан, Охотский тракт и на Русскую Америку. И весь этот тракт, около 9000 километров, долгое время обслуживалось нашими предками, государевыми ямщиками. И мы чтим память, сохраняя истории, возвратились к нашим истокам. Должен сказать, что это все служит объединению, конечно, наших народов. Мы стали ближе друг к другу, стали лучше узнавать. У нас появились здесь много друзей. Я думаю, что все это способствует укреплению наших отношений и в целом возрождению Сибири нашего, вот этого Иркутско-Якутского тракта и так далее. Ведь тракт это было же связующее между народами, между Иркутской областью, губерниями и непосредственно Якутией. И мы, в общем-то, этому придаем достаточно большое значение.